Вот, наклонились. У кого рычаги подлиннее, значит, наклоняется, берем себя за отворот, делаем. Значит, если, ну, тоже несколько переворотов, самый простой, вот детишки делают. Сейчас вот на юге делают многие, я смотрю. Значит, левой рукой берем дальний отворот. Вот, дальний отворот отсюда взяли. Здесь два варианта перехода. Первый, как бы бросок идет, а второй идет переворот. То же самое, боретесь, допустим, взяли дальний отворот. Вот, правая рука идет снизу под шею. Вот, снизу взяли под шею и прижимаемся к нему. Встаем на ножки и ложимся на живот. Ножки. Встаем сначала на ножки, ножки под него, коленочки вроде. Вот, прижались к нему здесь плотненько и ножками уже перекидываем его на удержание. Это вот, вот для вас в основном пойдет этот вариант. Значит, посмотрели. Взяли дальний вот левой рукой снизу, дальний отворот прихватили. И там чуть-чуть приподняли его, правая рука снизу за шею, ножки вместе, коленочки врозь. И прижимаем его к себе как можно плотнее. И ножками перекидываем, делаем уже удержание. И с этого же захвата, то, что сейчас вот южане часто делают, бросок из партера. Сейчас у нас самбо считаются броски. Значит, вы тоже берете захват, можно снизу взять на удержание, а можно просто стоите в стоечке, правой ручкой берем здесь за отворот, и отсюда такое движение переворачиваем его на спинку. То есть медленно, если. Значит, смотрите, берем дальний отворот, правая рука сверху за отворот. Вы правой рукой, правой вот этой рукой, разворачиваете его на спину. А чтобы развернуть его на спину, вам самому нужно крутануться на 180 градусов, лечь на спинку, вот сюда, смотрели. Вот сюда легли. И потом можно уже на удержание. То есть вы начинаете бросок со стойки, получается, например, если на 4 балла вроните, значит, оценят как 2 балла. Если он на бок упадет, значит, в 1 балл. То есть берете захват, дальний отворот, правой рукой сверху за отворот, и правой рукой начинаете тащить, разворачиваетесь на спинку, такое движение. Развернули, здесь как бы бросок на 2 балла, и потом можно прихватить вот, на удержание. Вот. 3 года назад вот Куржев так проиграл на чемпионате России вот таким переворотом на удержание. Давайте вот это сначала за голову берем, или вот этот бросок из партера попробуем. Вот эти два варианта, разбились по парам.